Физкульт-привет, друзья и ученики! Это рубрика «Вопрос-ответ», в которой я отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в личку ВКонтакт, либо в группе ВКонтакте оставляете свои вопросы, и также на вопросы, которые вы оставляете в комментариях здесь на YouTube под моими видеороликами. Обращаю ваше внимание, что на вопросы, которые вы оставляете на сайте, я не отвечаю. Сайт, где собраны все мои видеоролики и статьи, служит для информации только, и вы можете там оставлять свои пожелания и отзывы. Но просьба, не пишите там вопросы, потому что я на них там не отвечаю. Пишите ВКонтакт, пишите здесь в комментариях. Вы знаете, все вопросы, присланные ВКонтакт и сюда, не остаются без внимания. А на самые интересные я снимаю видеовыпуски. Если вам нравится ролик или статья, вы можете ставить лайк, можете подписываться, можете не подписываться на мой канал. Я этим не зарабатываю и не стремлюсь к этому. Моя основная задача – дать вам грамотную, полезную информацию, чтобы вы могли самостоятельно тренироваться, самостоятельно составлять себе планы тренировок и питания, а также сохранять свое здоровье, что самое главное, потому что без здоровья нам с вами ничего будет не в радость. Если вам не нравятся мои ролики, можете смело ставить дизлайк или даже отписываться от канала. Единственная просьба, не пишите об этом в комментариях, потому что вы засоряете эфир, и я могу пропустить какой-то полезный вопрос для того человека, кому это важно и необходимо. В любом случае, следите за своей техникой, за тем, что и как и когда вы едите, как вы восстанавливаетесь. И будет вам счастье и здоровье. Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня хочу рассказать вам подробно о моей закрытой группе, куда поступает очень много заявок, но люди почему-то не читают, что эта группа платная. И платная она по той простой причине, что я трачу на нее действительно свое определенное время. И я усвоил, что все, что бесплатно, все не ценится. Если вы цените себя, цените чужое мнение, чужое время, цените свое время, мое время, вы вступите в эту группу. Что в этой группе? И сколько стоит вступление? Вступление стоит всего $150 для мужчин и для женщин. Если вы пара, вы можете заплатить всего $150 и будете получать тренинг и для парней, и для девчонок. На каждую новую неделю выкладывается новая тренировочная программа. Но не просто так. Это специально подобранная программа, основанная на цикле периодизаций, которые, в свою очередь, основываются на различных типах мышечных волокон. Это очень важно и для выступающего спортсмена, и для человека, который тренируется, как мы говорим, для себя. Почему? Потому что в нашем организме существует три различных типа мышечных волокон. Гликолитические, окислительные и промежуточные. Все эти мышечные волокна требуют к себе специфического подхода в плане тренинга. На каждый из этих типов мышечных волокон можно привести как минимум 5 различных тренировок. Единственное исключение – это промежуточные мышечные волокна. Также не будем забывать, что все типы мышечных волокон необходимо прокачивать на гипертрофию, на гиперплазию, на силу, на выносливость. Да-да, друзья! Вы не ослышались, те, кто еще не знает, что выносливость не тренируется бегом, и тем более такая чушь, как распространена до сих пор, не тренировкой сердца. Тренировки сердца, по сути, не существует. Сердце – это идеальный орган от рождения. Об этом уже не раз говорили, и говорили доказательно, спортивная медицина. Что такое выносливость? У меня есть об этом отдельное видео. Любой человек может себя вывести за 2 месяца на пик своей выносливости. При той форме, в которой он сейчас находится. Единственное отличие – это нужно тренировать определенный тип мышечных волокон. А конкретно нужно развивать в своих мышечных волокнах максимально возможное количество митохондрий. Все правильно. Вот этим всем мы с вами в группе и занимаемся. Но, друзья, все, кто считает, что это дорого, или у кого нет этих денег, или кто просто может потратить свое личное время на изучение
этого материала, все есть в открытом доступе у меня на сайте, у меня в группах. И вы можете самостоятельно составлять для себя программы тренировок, используя мои советы совершенно бесплатно. Есть статьи на все важные темы. Если вы прочитаете все эти статьи, вы сами сможете ориентироваться во всех этих якобы сложностях. На самом деле нет ничего сложного. Друзья, но вы можете вступить в группу и совершенно бесплатно. Что для этого нужно? Скопируйте это видео себе на страничку в Facebook или ВКонтакт. Соберите 1000 лайков и 1000 репостов. И я вас обязательно за это включу в группу. Нас сейчас в группе почти 100 человек. 89 человек на данный момент. Все благодарны, все довольны. В группе, что касается группы, я не встречал еще ни одного негативного отзыва в свой адрес. Были негативные отзывы, 3 или 4, от учеников моих, которым просто не понравилась моя методика, не знаю, что еще, но все эти вопросы утрясены. 96-97% тех, кто тренируется у меня персонально, тоже остаются довольны. Надеюсь, что и вы, зритель, тоже остаетесь довольны, потому что для вас вообще вся информация предоставляется бесплатно. Увидимся в тренажерном зале. Со многими, я надеюсь, мы увидимся в этой закрытой группе. Тренируйтесь грамотно, сохраняйте здоровье и здравомыслие. Всем пока!